Давайте. Значит, в конце 19 века немцы еще были приглашены в Россию для организации своих колоний. Там после войны очень бедно жили они, и поэтому они, конечно, здесь поселились. В основном у нас в Саратовской области, в Оренбургской области, в Сибири немцы. А здесь, значит, у нас, в нашем городе, самое небольшое количество немцев. Вот на сегодняшний день, по последней переписи, всего 438 семей проживает здесь. Ну, они тоже сохраняют свою культуру. Это в Щербатлинском районе у нас Самойлова вот, руководит диаспорой немецкой. Вот там есть фотографии. Значит, и здесь были представлены книги. Здесь значит, первые переселенцы, которые приезжали в Россию. Еще по приглашению Петра Первого тоже они к нам приезжали. Ну, хорошо. И в завершение что? Что в завершении? Вот эту литературу надо читать, чтобы ближе познакомиться с